Подведены итоги смотра конкурса на лучшее праздничное оформление витрин предприятий торговли и сети аптек «Новогодние огни». На участие в городском конкурсе было подано 8 заявок. Состоялось награждение победителей ежегодного конкурса среди предпринимателей города на лучшее художественное и световое оформление предприятий торговли и сети аптек к новогодним праздникам. Подведены итоги конкурса ледовых скульптур «Волшебные узоры». Участники награждены дипломами. Кроме того, были отмечены предприниматели, которые сделали свой вклад в открытие ковидного госпиталя. Целью конкурса является создание праздничной атмосферы и повышение культуры обслуживания жителей и гостей города. Все участники подошли творчески к новогоднему оформлению своих витрин. Многие из них регулярно, неоднократно принимают участие в данном конкурсе. Ну и вы сами видите, прогуливаясь по нашему городу, как красиво он играет яркими новогодними красками, огоньками. Первое место среди предприятий аптечной сети заняла «Советская аптека» во главе с руководителем Виктором Николаевичем Войновым. «Советская аптека» – большая федеральная сеть, представленная в 77 регионах страны. Основной лозунг – «Советская аптека по советским ценам». Это значит, что здесь вы найдете качественные лекарственные средства по низким привлекательным ценам. Да, многие цены регулируются государством, есть пределы, по которым можно реализовать нашу продукцию. Но есть еще та продукция, которую можно установить минимальную, и мы этим пользуемся. Мы, когда делаем заявки, конечно же, смотрим, что можно поставить так, чтобы было доступно для всех. Особое внимание уделено качеству препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В наших аптеках также можно прийти с рецептом, также можно получить совет наших провизоров, фармацевтов. Достаточно грамотный коллектив, достаточно доброжелательные люди. Получить какие-то советы и купить то, что необходимо, то, что человек желает для своего благополучия, для своего здоровья. Также здесь представлен большой ассортимент фиточая природных сибирских сборов, которые благотворно действуют на организм, обогащая его витаминами и насыщая активными веществами. Мы предлагаем не только вот широкий ассортимент лекарств нашему населению, но мы еще предлагаем различные травы алтайские, мы предлагаем различные крема, наряду с тем, что вот большой ассортимент лекарств. В советских аптеках действуют скидочные карты, а также за покупку лекарственных средств можно получить приятные подарки. Хочется от всей души поздравить наших людей, нашего района, нашего города с наступающим Новым годом, с рождественскими праздниками. Пожелать, чтобы люди не болели, чтобы нас покинули все эпидемии. Хотелось мирного неба над головой, здоровья, достатка и всем всего самого-самого хорошего и наилучшего.